В новом формате прошел День открытых дверей в финансово-экономическом институте ТЮМГУ. После приветственного слова директора Дарьи Лазутиной школьники отправились проходить квест по корпусу с помощью студентов ФЭИ. Сотрудники кафедр, их в институте 7, приготовили интересные задания, помогающие понять суть той или иной профессии, которой готовят в финансово-экономическом институте. За каждое пройденное испытание старшеклассники получали баллы в маршрутные листы. Всего в квесте участвовали 3 команды, 60 человек. По итогам командам были вручены сувениры с логотипом университета и института, а также сертификаты на подачу документов на все направления и специальности ФЭИ без очереди.